Гомер тянется за моим огромным полукилограммовым пончиком. Привет, YouTube, меня зовут Арина, и сегодня я в Universal Studio в Лос-Анджелесе пробую огромный пончик из Симпсонов. Я смотрю мультсериал, уже 22 сезона я посмотрела с первого сезона. Очень люблю всех героев, и мне всегда хотелось попробовать этот пончик. Пончик сделан из специального теста под названием «Симпсоны», и весит он полкило. Пончик выглядит как настоящий пончик, который ел Гомер Симпсон. Этот пончик стоит $5.5 с налогами. Пончик на самом деле огромный. Он из очень мягкого теста. Глазурь сверху не мягкая, и вот эти штуки твердые. С другой стороны ничего интересного. Он сверху покрыт глазурью и конфетти. Если вы любите Симпсонов и любите пончики, обязательно купите себе попробовать за $5.5 этот пончик в парке развлечений. Тесто мягкое, пончик свежий, сверху глазурь очень-очень сладкая. Все вместе вкусно, тесто кисловатое из-за того, что оно с дрожжами, скорее всего. Внутри ничего нет, это обычный пончик, сверху покрыт глазурью. Сегодня это мой сладкий обед. Этот пончик весит полкило и примерно как 5 обычных пончиков. Вы бы смогли такой съесть? По рейтингу пончиков этот пончик получает 4 пончика из 5. Вкусный, нажористый, огромный пончик. Очень интересно было его попробовать. Меня зовут Арина, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что мне попробовать в следующий раз. Пока! Еще надо обязательно попробовать Красти бургер, а лучше двойной Красти бургер и пиво Дав. Цены на Красти бургеры. Let's get in line.